Собачка Альфа. Этот момент откладывали мы еще с лета. На днях прооперировали опухоль на лапе у Альфы. Это откладывалось еще с лета. Еще тогда были плохие анализы, лечились. Потом травма рук случилась у хозяйки сельского мини-приюта Ирины Стрижак. И сразу же инсульт у Альфы. Тогда смогли поднять ее. Хотя с трудом, но собака ходит сама. Последнее время опухоль стала очень быстро расти. Тут одно за другим, как болеет, невозможно найти машину. Планировалось прооперировать троих собак. Тоже собрать такую сумму сразу трудно на стерилизацию. Девочки все крупненькие они. Во всех клиниках не меньше, а то и больше, от 3000 за одну собаку просят. Вот только в ПИФе дешевле, но там очередь на май месяц. Добираться Альф волонтеру удалось записаться на 12 апреля. Волонтер переписался уже на 18 мая, только одну Линду пока. Тогда откликнулись частично друзья нашего блога. А так как накануне были куплены продукты, а операцию Альфы сделали в срочном порядке, поэтому стерилизация и перенесена. Ну, вы сами понимаете, из-за отсутствия средств не только на стерилизацию, но и на доставку. Это в город надо ехать, собаки. Сейчас как будет идти восстановление Альфы? Возрастная собака. Она у волонтера живет 10 лет. Когда-то женщина забрала ее с остановки. Беспризорная. Многие обижались. Сейчас ей 13 лет. Очень умная и преданная. Операция на сгибе лапы. Врач предупредил, что очень долгий процесс восстановления будет. Но надеемся все же на лучшее. Друзья, нам очень нужна ваша помощь. 4000 операция плюс лекарства и машина 1500. Сейчас некоторые котики болеют мочекаменной болезнью. Всем нужно лечение, питание. Еще весна, опять клещи, блохи. Нужна обработка 19 котикам и 8 собакам. Всегда актуальна любая помощь. Нужно как-то погашать дух по Альфе. Благо Валерий Владиславович не слишком торопится с этим. Очень надеемся на ваше понимание, сострадание и доброе сердечко.